Доброго времени суток, дорогие зрители, гости и подписчики канала. Продолжаем работы над нашим танком Черчилль от AFW Club в 35-м масштабе. Набор предоставлен магазином Я Моделист, за что ему отдельное спасибо. Ну что ж, все у нас просохло, теперь надо заняться отделочными работами. Нанести декали, прокрасить различные мелочи, ну и сделать такую небольшую финишную обработку в виде добавления эффектов того, что наш танк использовался, а не просто стоял где-то в ангаре на территории завода. Для начала, наверное, нанесем декали. Их, в принципе, не так много. Для данного варианта окраски у нас наносится здесь только тактический номер на башню, по-моему, или на корпус. Надо посмотреть. И такое как бы яблочко на крыло. Поэтому здесь у нас много задач не предвидится. Вот. Ну а потом мелочевку прокрашу. Тут наши лопаты, кирку, молот, этот лом, огнетушители на башне. Вот. Покроем все это лаком и продолжим работу уже со смывкой. Сейчас я пойду за своей баночкой для воды, поэтому прервемся на секунду. Ну что ж, начнем наши декали клеить. У всех моделистов свои способы. Я лично делаю таким образом. Вот. Использую я такую жидкость Markfit для приварки. Вот. Башня нам не понадобится. У нас все на корпус здесь. Вот. Использую воду. Ну, когда как. Когда холодную, когда слегка теплую. Это роль не играет, в принципе. Единственное, знаю, томиевские декали лучше в теплой воде отмачивать, потому что они довольно долго отмачиваются. Вот. Ну что ж, посмотрим, как себя ведут декали от AFW Club. Большинство моделистов предварительно покрывают глянцевым лаком. Я не всегда это делаю, потому что Markfit с красками Ganza и Tamiya нормально дружит, насколько я уже опытным путем выяснил. Поэтому можно, в принципе, лаком не закрывать. Вырезаем наш номерок. Чаще всего я пользуюсь именно ножом для вырезания декалей, чтобы как можно ближе вырезать. Вам, наверное, сейчас это не видно, потому что все бликует. Вот, вырезали мы наши номера. Так, еще чуть-чуть подрежем.
на примере одного номера покажу. Пусть он у нас отмочится. Пока отмокает, на паузу поставлю. Ну вот, у нас номера отмокли. Теперь я чуть-чуть их здесь сдвигаю. Вот. И делаем таким вот образом. Наносим на место, где у нас должен быть номер, нашу жидкость. И аккуратно здесь вам видно, там сдвигаем нашу декаль. Немножко добавим жидкости, чтобы у нас расправилась наша декаль. Если вдруг она где-то свернулась, использую кисточку для позиционирования, так сказать. А потом излишки аккуратно убираем ватной палочкой. Теперь это вот у нас пусть немножко схватится. Так у нас выглядит номер на данный момент. Вот. И еще чуть-чуть пройдемся прямо по декале жидкостью MarkFit. Ее есть два вида. У меня обычный MarkFit, а есть еще Strong, который более сильного действия. Он намного сильнее размягчает декаль, позволяя ей огибать различные углубления, выступы. Вот. Этот просто немножко ее размягчает, а второй вот Strong, он сильнее действует. Все, никак себе его не куплю в дополнение к этому. Вот, ждем несколько секунд. Ну, чтобы чуть-чуть впиталась наша жидкость, потому что нам тут огибать особо нечего. И убираем опять излишки ватной палочкой. Аккуратненько. Вот так вот. Вот такой вот у нас номер получается. Дальше я нанесу уже сам. Это я показал как для примера. Вернусь уже на этапе, когда я раскрашу уже всю мелочевку. Вот. И уже непосредственно
подойдем к смывке. Ну, скоро увидимся. Ну что ж, покрасил я мелочевку. Пулеметы всякие наши. Лопаты. Чуть-чуть яркость света уберу, чтобы получше видно было цвет. Надеюсь, так получше видно. Вот. Покрасил также наши запасные траки в ганметалл. Пулеметы, ящики. Не, все-таки, наверное, света надо добавить. Вот. И покрасил также на башне огнетушители. Вот это, не знаю, скатка или что это. Ну и пулеметик. Покрыл я уже лаком. Ну и сейчас небольшой перформанс, чем я красил. Ну, такие цвета, которые не металл там, а вот, использовал для дерева вот такую краску рыволовская. Очень мне нравится, особенно под кисть. Вот. Очень удобная для скатки. Или что там на башне. Я использовал такую краску. Это Мистер Хобби Колор. H52. Олив Драп 1. Для покраски огнетушителя использовал тоже Мистер Хобби Колор H80 Хаки Грин. Так, для немножко высветления дерева использовал рыволовскую охру. Она придает такой, ну, белесый оттенок. Правда, на камеру это плохо видно. Вот. Ну, более светлый оттенок дерева получается. Потом, я думаю, на фотографиях будет лучше видно. Ну и использовал такой вот лак глянцевый H30 от Mr. Hobby Color. Вот. Теперь будем делать смывку. Покажу ее на примере башни. Сейчас я ее возьму. Вот. Использовать буду вот такую смывку от AK Interactive. Она подходит для вот такого светлого песочного цвета. В принципе, можно использовать смывки для африканского корпуса, ну или какие-то подобные светло-коричневые смывки. Вот. Ну, сейчас подготовлю все пространство. И начнем. На примере башни покажу основное. Остальное сделаю уже за камерой. Ну что ж, использую я... У меня есть кисточка специально, уже отложенная. Довольно тоненькая. Вот. Под смывку специально. Перед употреблением смывки ее надо хорошенько взболтать. Вот. Ну и начинаем проходиться по нашим швам. Как видите, она хорошо растекается по глянцевой поверхности.
Излишки потом можно будет убрать. Так что, если вдруг как-то капнули не так, это не беда. По сварному шву пройдемся. Ну вот, даем подсохнуть где-то минут 15, в принципе, достаточно для этого. Вот. И потом будем убирать излишки. Поэтому ухожу на паузу, чтобы подсохло, и вернусь. Ну что ж, у нас подсохло это, в принципе, наша башенка. Теперь, в принципе, можно вот именно эту смывку убирать вот таким способом. То есть берем ватную палочку, и когда она вот уже подсохла, ее можно вот таким макаром, прям сухой ватной палочкой, ни в чем не смачивая, убрать излишки. Единственное, ватной палочкой довольно сложно работать в таких местах, где очень много заклепок или каких-то выступающих моментах. Она просто начинает махриться. А так вот, в принципе, можно аккуратно, без применения какой-то агрессивной химии, все это, что вот нам лишнее налилось, это все можно убрать. Вот. Еще такой нюанс, лучше это делать при дневном освещении, чтобы видеть, где остались разводы или что-то такое, то, что нам не надо.
Но, в принципе, любые разводы можно потом брать вайт-спиритом, если вдруг такие получились. Всякое бывает. Все не предусмотришь. Еще можно вот по гладким поверхностям просто салфеткой убирать. Ну, дальше я уже уберу все сам и покажу результат вместе с корпусом. Итак, вот что у меня получилось в итоге. Добавился объем дополнительный. Кое-где получился эффект, как будто там пыль, грязь какая-то забилась. В общем, вот так вот у нас теперь выглядит наш танк. Он сейчас блестит из-за глянцевого лака. Вот. Ну, визуально сразу видно, что объемчик добавился у нас. Все повыделялось. Болтики, клепочки. Вот. Теперь я дам этому всему просохнуть. И закрою матовым лаком, который подчеркнет нашу смывку. Но это уже я сделаю вне камеры. Единственное, покажу сам матовый лак, которым буду пользоваться. Это вот такой лак. Сейчас немножко свет уберем, чтобы видно было. Вот. Вот такой вот лак H20 от Мистер Хобби. Попробую его в первый раз. До этого пользовался я звездовскими лаками, они мне не понравились. Вот сейчас решил на пробу взять ганзовские. Вот. Ну, когда это все сделаю, это будет уже вторая, следующая серия, там, какая у нас по счету восьмая уже, наверное. Вот. На этом серию закончу. Надеюсь, вам было познавательно и интересно. В плане того, как я делаю смывку, как я что вообще готовлю, как перед финишной обработкой. Ну, встретимся в следующей серии. Будем заниматься уже тонировкой нашего танка масляными точками. Добавим сколов, каких-то потертостей и, возможно, каких-нибудь подтеков грязи, что-нибудь подобного. Ну, спасибо всем за внимание. Если есть вопросы, задавайте. Постараюсь оперативно ответить по мере возможности. Если не подписаны на мой канал, подписывайтесь. Ну и подписывайтесь на канал Я Моделист. Всем спасибо. Всем до новых встреч. Пока-пока.